Периодически болельщики, которые не так давно интересуются футболом, задают вопрос, почему принято проводить учебно-тренировочные сборы за границей? Зачем улетать за 3-9 земель для того, чтобы качественно подготовиться к продолжению сезона? На самом деле все очень просто. Сейчас мы вам все объясним. В футболе принято проводить сборы, так называемые учебно-тренировочные. Любая команда выбирает оптимальные условия, которые включают в себя как бы несколько параметров. Ну, если мы говорим о Турции, да, где мы сейчас находимся, ну, это качественные отели с хорошим питанием, с хорошей возможностью восстановления после тренировок и игр. Вот, соответственно, и качество полей, что немаловажно. Здесь есть команды второго дивизиона, и первая, премьер-лига, и иностранные команды. Соответственно, и хорошие спарринги, где ты можешь сыграть не только с командами условно своего уровня, но и, допустим, премьер-лига или матчи с зарубежными клубами. Когда ты месяц на сборах, очень важно иметь хорошие условия для работы и для отдыха. Это очень важно с психологической точки зрения, потому что работа достаточно тяжелая как у футболистов, так и у персонала, что тут говорить. Когда у команды есть пространство для восстановления и отдыха, это очень круто, и мы благодарны нашему руководству, что у нас есть такая возможность. Здесь и не только, скажем так, спортивная часть, но где-то психология, то есть притираются друг к другу, общаются, и хорошо, когда, скажем так, появляется, так скажем, дружная семья спортивная, футбольная.